У нас есть проблема. Грязная тачка. И мы хотим помыть ее дешево и сердито. Для этого мы придумали три способа. Один – это загнать тачку в море. Но, правда, дешево не получится, потому что потом придется вызывать эвакуатор. Можно помыть тачку во дворе, таская ведра с дома, но нас плохо поймут соседи. Самый оптимальный вариант, который попадает в категорию дешево и сердито, это помыть тачку своими руками на мойке. Тачка после мойки. Офигеть. Как борода, только состриг, она опять растет. Дешево и сердито. Поехали за мылом.